Данный открытый турнир проводили с целью подготовки полевских команд к Уральской детской баскетбольной лиге, в которой наши девчонки участвуют второй год, а также чемпионатом области нового сезона. В связи с этим были приглашены достаточно значимые команды известных спортивных школ, представляющих Екатеринбург, Белоярский, Верхнюю Пышму и Челябинск. Кстати говоря, они принимали участие в зональном первенстве России в этом сезоне уже, и поэтому нам, конечно, очень интересно поиграть с ними, наиграть своих игроков, получить игровой опыт. Ну и подготовиться к следующим соревнованиям. Уровень турнира оценен как очень высокий. Несмотря на то, что дети занимаются недавно, много технически подготовленных игроков, тактически подготовленных игроков. То есть играют, например, такое техническое действие, как двойка, в своем возрасте достаточно рано. И уже это получается, это, наверное, наработки тренеров. Видно, что тренера работают. И дети понимают и принимают, и самое главное, выполняют все эти наработки. Да равный уровень примерно, так что интересно поиграть, да, будет интересно. Хотя специалисты отмечали, что уровень команд примерно одинаков, все же в фавориты можно было записать баскетболисток Екатеринбурга, Челябинска и дебютантов подобных открытых турниров в Полевском, команду из поселка Белоярского. Они, к слову, в дебютном матче переиграли УГМК «Юниор» из Верхней Пышмы со счетом 72-43. Победа, я не скажу, что была легкой. УГМК очень сильно противодействовали нам. Первые два периода мы не играли в защите так, как должны были играть. Перерыв пошел на пользу, игроки успокоились, стали хладнокровнее. И игра пошла, то есть, более в нашем русле. И шансы оцениваю, как считаю, что победили главного фаворита соревнований. То есть дальше будет немножко полегче, считаю. Такие турниры идут всем командам, принимающим в них участие, на пользу, вне зависимости от результатов, поскольку игроки, да и тренеры, получают бесценный опыт, при этом играя в прекрасных условиях, предоставленных лыжной базой физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Условия отличные. Вот что насчет условий, этот комплекс просто великолепен. Ну, для нас, может, для кого-то в этом мы довольны всегда. Особенно зимой здесь мы приезжали сюда. Когда здесь метели были, там все такое, живем здесь, тренируемся здесь, кушаем здесь. Наладилась погода хорошая, лыжная трасса, пожалуйста, вперед. Все, мы брали прямо на эти санки и кататься. Восторги были у всех. Условия отличные, просто все нравится. Начиная от того, что как приняли, как там, ну, буквально обед, завтрак, все это было отлично. Зал великолепный просто, условия и сверху, и снизу, и везде в зале. Свидетельство на хорошем уровне, то есть нравится, все великолепно. Очень хочется сказать организаторам спасибо большое, что пригласили нас сюда, потому что поселок у нас небольшой, ездить нам особо не с кем играть, и конкуренция внутри поселка тоже невысокая, и вот выезжать на такие игры, это просто для нас как бальзам на душу. В итоге вторая сборная физкультурно-спортивного комплекса, состоявшая из девушек младшего возраста, сумела занять первое место на турнире. Вторыми стали дебютанты, девчонки из Белоярского, на третьем месте челябинки. Первая сборная ФСК заняла пятое место.